Три лесных пожара на площади в 3,8 гектара потушили во Владимирской области за сутки. Об этом рассказали в департаменте лесного хозяйства региона 31 августа. Новых пожаров по состоянию на начало дня не зарегистрировано. Вероятно, из-за грядущего похолодания в регионе установлен четвертый класс пожарной опасности. Еще вчера был максимальный пятый. За сутки на 30 августа в области потушили 5 лесных пожаров. Всего на территории региона с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 174 возгорания на площади более 187 гектаров. В прямом смысле на всякий пожарный сформирован резерв из 93 человек и 100 единиц техники. Они находятся в состоянии повышенной готовности. Леса постоянно патрулируют 143 группы. Два раза в течение дня территории осматривают с воздуха.